Осень – это не только дожди и листопад. Традиционно вместе с этим романтичным временем года на всех сценах мира начинается пора премьер. Новый сезон с большой буквы «О». В Главном музыкальном театре Республики Крым стартует большая опера. «Дама с камелиями» или «Травиата» – одно из наиболее масштабных произведений итальянского композитора Джузеппе Верди. Музыканты и мастера закулисья в напряжении. До премьеры меньше недели. Готовность 85%. Напряженно кипит работа в декорационном цехе. Дописывают четвертый, самый нарядный задник сцены. Художники трудятся даже по ночам. Он чем-то напоминает даже Эрмитаж, потому что здесь изображены будут две репродукции знаменитого французского художника Баше, а все остальное – это уже лепнина и бронза. Декорации выполнены по эскизам художника Кирилла Еремина. Все должно соответствовать задумке – от цвета платьев главной героини до нюансов работы осветителей. Опера в таком масштабном формате в Крыму не ставилась. И для мы в первую очередь сами для себя поставили такую цель, такую вот задачу поработать в жанре оперы. Все-таки из всего огромного количества опер, почему именно «Травиата»? Я не хотел браться за этот жанр с каких-то там маленьких несложных опер, потому что если мы беремся за материал, он должен быть достойный, уровневый. Верди — это и музыка, и тема. И, в общем-то, и сложность партии. Успех постановки в сплоченности творческого коллектива и хороших вокалистах. Евгению и Анастасии Печенкиным достались главные роли. До этого они были солистами Челябинского театра оперы и балета. Но 2 года назад, приехав на отдых в Крым, уехать отсюда просто не смогли. Что самое сложное в ваших партиях? Наверное, это вокально выдержать, потому что партии очень большие, очень сложные. Это Верди. Надо спеть все так, как именно он написал. Здесь музыкальные спектакли, либо оперетты. Попел, говоришь, поговорил, отдохнул, опять запел. То в опере нет времени на передых, все время поешь, поешь, поешь. Насладиться бессмертным произведением Джузеппе Верди жители и гости полуострова смогут 15 и 24 ноября на сцене Академического музыкального театра Республики. Но подробнее узнать о закулисной жизни создателей спектакля и тонкостях работы с монументальной партитурой вы сможете в это воскресенье в 11:15 в программе «Репетиция». Александр Ткачев, Елена Корниенко, Алексей Семенов, Игорь Сюткин. Утро нового дня.